Это город Шауляй. И начнем обзор с автомобиля Volvo V50. Сравним цены по городам, так сказать. Блин, неудобно внутри снимать, потому что стекла все грязные, плохо видно. Буду снимать снаружи. Такой симпатичный стоит Volvo V50. 2005 год, 1.6 дизель, цена 2150 евро. Из Бельгии. Следующая Volvo V50, тоже из Бельгии. Седьмой год, 1.6 дизель, 2650 евро. Взрослый такой минивэн стоит семейный. Это Chrysler Grand Voyager. Цена не написана, к сожалению. Очень жалко, но такой должен стоить, ну, около 6500. Ну, если в хорошем состоянии, может и 7 стоить, и больше немного. Но от 6 такие на старте. На коже. Шевроле Каптива. Год, 2.4 бензин на 100 киловатт, цена 4450 евро. Ford Kuga. Восьмой год, 2 литра дизель 100 киловатт. 6500 евро, 187 тысяч пробег на панораме. Ford Galaxy. Комплектации Чио. На коже. Но механика. 4650 евро. 2007 год выпуска. 2 литра дизеля. Рядышком еще один Galaxy стоит. 1.8 дизель.
2008 год, 3950 евро. Audi A4 B7. 4 на коже, механика. «1,9 дизель на 85 киловатт, 2005 год, цена 3450 евро. Такая троечка 2009 года. У нас 6750 евро. С двухлитровым дизелем в седанчике. В универсале троечка из Бельгии. Двенадцатый год, 5650 евро, 2 литра дизель. Ford Focus. К сожалению, цена не видна. Пойдем дальше. S-Max. Одиннадцатый год. 5950 евро, 2 литра дизель. Такая крохотная аудюшечка А2. Второй год, пробег 220, 1,4 дизель, цена 2000 евро. Альфа Ромео 159. Красивая машина. 2009 год. 1,9 дизель. 2850. Toyota Auris.
Toyota Auris, 6500 евро, 13-й год, 1.4, 1.3 двигатель. Toyota Corolla Versa, 11-й год, 2-литровый дизель, цена 5100 евро, на панораме. А4, 7-й год, 1.9 дизель на 85 киловатт, 2850 евро. Троечка 7-го года с 3-литровым дизелем, 4350 евро, в седанчике. Peugeot Partner, 10-й год, 1.6 дизель, пробег 300, 350 евро. За 2200 евро Peugeot 407 2005 года, дизель 2 литра. Seat Altea XL. Две 850 евро. 6-й год, 2 литра дизель. Nissan Almera Tina за 1450 евро, 2.2 дизель 2005 года. Две 1050 евро хотят за Golf 5-4 года с дизельным мотором объемом 1.9 литра, пробег 207 тысяч. Е-класс 7 750 евро, 11-й год, 2.2 дизель. Красивый цвет. Ford Focus 3450 евро, 10-й год, 1.6 бензин, 109 тысяч пробег.
Opel Astra хэтчбэк 3350 евро, 11 год, 1.3 дизель. Десять 350 12 года с двухлитровым дизелем на автомате BMW. Zafira Touré 7600 или 7200, непонятно, что там накорлякал. 14 года 1.6, 110 киловатт бензин газ, 217 тысяч пробег. Citroёn C4 Picasso. Из Голландии. 6750 евро, 2015 год, 1.6 дизель, механика. Peugeot 308, 1.6 дизель, 2008 год, 190 тысяч пробег у него, 2100 евро. Тут на горизонте появился шикарный Avensis. Очень неплохо выглядит состояние автомобиля, очень хорошее. И цена хорошая, 2250 евро, 5-й год, двухлитровый дизель. Из Германии автомобиль. Hyundai i20, 14-й год. 1.3 бензин, 4650 евро. Симпатичный гольф 9-го года, 1.4 бензин, 3850 евро. Smart.
за 2 550 евро 9-й год литровый бензин. И сейчас снимем последний автомобиль в нашем выпуске в этом, потому что начинается дождь. Неохота мокнуть и мочить телефон и все остальное. Так, это у нас Nissan Micra за 3 550 евро, 11-й год, 1,2 бензин, механика из Италии. Так, всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Кто еще не подписался на наш канал, милости просим. Всех будем рады видеть. Комментируйте, кого что интересует. Связь со мной, как всегда, в описании. Под этим видео будет и условия работы и сотрудничества также вы там найдете. Все, всем хорошего настроения, пока.